первую субботу сентября во всех уголках города звучала музыка и детские голоса. Концерты, мастер-классы, игровые и развлекательные программы и выставки развернулись сразу в четырех точках. Возле бывшего дома офицеров многолюдно. Музыку было слышно еще издалека. На импровизированной сцене зажигали творческие коллективы Центра доп. Образования детей и молодежи. На территории центра расположились тематические площадки. Все лучшее гостям показали отделы и кружки. Дети и родители могли ознакомиться с работой объединений, пообщаться с теми, кто уже занимается, и попробовать себя в рукоделии, рисовании и спорте. Многие нашли себе несколько новых увлечений. А мы вот шли мимо просто и увидели, что здесь праздник, подошли с ребенком. Очень интересно, и дети молодцы, танцуют, поют. И уголок там живой. Класс. Пока что мы делали цветы, рисуем, кроликов делали. Я у мамы спрошу, и, может быть, куда-нибудь запишусь. На рукоделье и на танц. А еще я хотела записаться на акробатику, если она здесь есть. А еще на самолеты. Организаторы сделали акцент не только на знакомство с кружками и секциями. В первую очередь на детскую безопасность. Площадку с показом аварийно-спасательной техники подготовили сотрудники госавтоинспекции, освода и МЧС. Малыши посетили игровые обучающие зоны и еще раз повторили, как правильно вести себя в случае какого-либо ЧП. В молодежном парке тоже веселье. Для гостей и жителей Первомайского района звучала живая музыка в исполнении скрипачей. Их сменяли детские коллективы. Там, где ты, там, где я, наша вольная победа. Вообще интересно, что в городе проходит. Как всегда, весело. Приятно, дружелюбно, очень нравится. Выступления смотрим, очень нравится. Для детей работали мастер-классы и интерактивные площадки. Мальчики и девочки могли поиграть в активные игры на свежем воздухе, сделать своими руками сувенир или просто потанцевать. О работе кружков и секций рассказывали педагоги. На траве развернулся целый палаточный городок с обязательными походными атрибутами – котелком и стопкой дров. Ребята могли залезть в палатку и почувствовать себя настоящими туристами. Юные любители приключений могут записаться в Центр туризма и краеведения. Здесь их научат ставить палатки, вязать узлы и сплавляться по реке. В центре досуга и творчества гостей встречали настоящие воины из прошлого. Дети могли подержать в руках оружие и примерить обмундирование. Зрителей развлекали музыкальными номерами. В центре культуры и досуга Ленинского района по-домашнему уютно. Воспитанники творческих объединений пели песни, а потом мыши леса провели для всех спортивную разминку. Общее название праздника «В нашем доме рады всем». И это не случайно. В каждом учреждении доп. Образования с нетерпением ждут новичков. Ежегодно в сентябре в городе проходит городской праздник «В нашем доме рады всем», направленный в первую очередь на популяризацию деятельности учреждений дополнительного образования детей и молодежи, учреждений культуры и спорта. Родителям предоставлена возможность ознакомиться с работой данных учреждений образования, записаться в объединение по интересам. Площадки работали с 12 до 15 часов. Детский праздник объединил несколько сотен ребят. Анастасия Похлёстова, Максим Галионко. Итоги недели.